Активисты Общероссийского народного фронта проверили 5 омских магистралей. На карту убитых дорог нанесли улицы Красный Путь, Красный Пахарь, Красноярский тракт, Первую Заводскую и проспект Губкина. На некоторых участках глубина ям превышала 10 сантиметров. Это критические значения. Отмечу, что магистрали выбраны не случайно. На них уже жаловались омичи. Активисты, в свою очередь, уже готовят необходимые документы в администрацию. Их цель – добиться ремонта дорог. На сайте «Убитые дороги УНФ» можно отметить дорогу, можно сфотографировать ее, можно оставить свои пожелания или претензии к дороге. И затем можно отслеживать на этом же сайте, какую дорогу уже делают. То есть там разные цвета будут. Красный, которая дорога действительно убита, желтый, которая планируется к ремонту, и зеленая, которая отремонтирована. Ну а мечам интерактивной карты недостаточно. К убитым дорогам горожане привлекают внимание чиновников более оригинальными способами. Утром на улице 2 Любинская в обвалившемся дорожном полотне появился манекен с импровизированным флагом. Уже к середине дня дыру засыпали щебнем.